у нас все-таки есть ощущение, что мы пытаемся совершить волевое усилие. Да? Вы же все чувствовали не раз, что вы совершали волевые усилия и все-таки встали. Да? Значит, что это такое, это волевое усилие, вот когда вы его все-таки делаете? Да, ну, конечно, в основе за всей этой вот требухой нашего псевдо-героического хода стоят какие-то фактические вещи. Ну, вот, например, вероятность того, что вы проспите поезд, вот, она, если вы проснулись, да, и у вас поездка назначена куда-то на поезде, да, вот, то это более значимо, если вы проснулись в субботу, с планом, что сегодня вы встанете пораньше и сделаете что-нибудь по-настоящему ценное в этой жизни, да?